Здравствуйте! Санаторий Ясельда может предложить вам эффективный способ обезболивания и биостимуляции на лазеротерапевтическом аппарате высокой интенсивности. Хилл-терапия – так называется этот метод. В режиме обезболивания показаниями к назначению являются острые заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. В режиме биостимуляции – хронические заболевания костно-мышечной системы, поясничная боль, боль в плече, локте, кистях, в суставах нижних конечностей, болезненные триггерные точки. Универсальностью метода является возможность воздействовать на разные по структуре ткани, не только костно-мышечную, но и лимфатическую и кровеносную системы. Глубокое проникновение излучения – очень важно для людей с повышенным подкожно-жировым слоем. Пяточная шпора на фоне применения хилл-терапии лечится в разы эффективнее. Применяем сочетанный метод – ударно-волновую терапию и лазер высокой интенсивности. Достигается максимально быстрый положительный результат. Побочных эффектов данный вид лечения не имеет. Метод не вызывает привыкания. О противопоказаниях читайте на нашем сайте yaselda.by. Итак, современный, эффективный способ снятия отека и воспаления, снятия даже застарелых болей любой локализации – это хилл-терапия, лазер высокой интенсивности в санатории Ясельда. Рекомендуем!